Послание к евреям святого апостола Павла. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Иоанна святое благовествование. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Аз есмь дверь, мною аще кто внидет спасется, и внидет и изыдет, и пажить обрящет. Тат не приходит, разве да украдет, и убьет, и погубит. Аз придох, да живот имут, и лишь имут. Аз есть пастырь добрый, душу свою полагает за овцы, а наемник и женесь пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядущая, и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы. А наемник бежит, яко наемник есть, и не родит о овцах. Аз есть пастырь добрый, и знаю моя, и знаю тмя моя, яко же знает мя отец, и аз знаю отца, и душу мою полагаю за овцы. И ины овцы имам я же несуть от двора сего, и ты ими подобает привести, и глаз мой услышат,
и будет едино стадо и един пастырь. Тяжко не падение, а то, чтобы, упав, лежать и уже не вставать. То, чтобы, произвольно делая зло и пребывая в беспечности, помыслами отчаяния прикрывать слабость воли. Таким людям и порок, недоумевая, говорит: «Разве, упав, не встают?» И, совратившись с дороги, не возвращаются? Если же ты спросишь нас о тех, которые после уверования опять пали, то все сказанное относится и к ним, ибо кто пал, тот был прежде в числе стоявших, а не лежавших, иначе как бы он и пал? Еще будет сказано отчасти притчами, отчасти яснейшими делами и словами. Так овца, которая отделилась от 99 и потом опять была приведена назад, изображает нам не иное, что как отпадение и возвращение верных, потому что она была овца, и притом не другого какого-нибудь стада, но из числа прочих овец, и прежде паслась пастырем и заблудилась необычным образом, но в горах и стремнинах, то есть на пути каком-то далеком и весьма уклонившемся от прямой дороги. Но пастырь оставил ли ее блуждать? Никак. Он привел ее назад, не пригнав и не бив, но взяв на рамена свои. Ибо как лучшие врачи с великим попечением возвращают здоровье одержимым продолжительную болезнью, не только врачуя их по правилам врачевания, но иногда и доставляя им удовольствие, так и Бог весьма испорченных людей обращает к добродетели не вдруг и насильственно, но тихо и мало-помалу, и всегда помогая им, чтобы не приключилось еще большего отчуждения и продолжительнейшего заблуждения. На это указывает притча о блудном сыне. Он также был не чужой кто-либо, но сын и брат благонравного сына, и не зринулся не в маловажный порок, а в самую, можно сказать, крайнюю порочность. Богатый, свободный и благородный сделался несчастнее рабов и чужих людей и наемников. И однако он опять возвратился в первобытное состояние и получил прежнюю честь. А если бы он отчаялся в своей жизни и, пав духом от постигших его бед, остался на чужбине, то не получил бы того, что получил, а изнуренный голодом погиб бы самой жалкой смертью. А так как он раскаялся и не впал в отчаяние, то после такого растления опять является в прежнем благообразии, облекается в прекрасную одежду и получает больше не падшего брата. «Ибо вот, я столько лет служу тебе, — говорил этот, — и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного тельца». Такова
сила покаяния. Имея такие примеры, не станем коснеть в пороках и откладывать обращение, но скажем и мы: «Пойду к Отцу моему» и приблизимся к Богу. Он сам никогда не отвращается от нас, но мы удаляем себя от Него. «Разве я, — говорит Господь, — Бог только вблизи, а не Бог и вдали?» И опять через пророка Исаию, укоряя иудеев, говорит: «Беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Если же это удаляет нас от Бога, то разрушим эту пагубную преграду, и ничто не будет препятствовать нам быть близко к Богу. Послушай, как это происходило на самом деле. У коринфян один знатный человек совершил такой грех, какого не слышно было и между язычниками. Он был верный и из близких ко Христу, а некоторые говорят даже, что он был из числа священнослужителей. Что же, исключил ли его Павел из общества спасаемых? Никак. Сам он много раз и там, и здесь укорял коринфян за то, что они не привели его в покаяние, а желая показать нам, что нет греха, который бы не мог быть уврачеван, опять об этом человеке, который согрешил хуже язычников, сказал: «Предать блудника сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Но это еще до покаяния. Когда же тот покаялся, то для такого, говорит Павел, довольно сего наказания от многих. И предписал утешить его и принять его покаяние, дабы не возобладал им сатана. И целый народ галатов, которые пали после того, как уже уверовали, совершали знамения и перенесли много искушений за веру во Христа, он восстанавливает опять. Что они творили чудеса, это выразил он словами: «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере». И что они много страдали за веру, это выразил словами: «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» Между тем, после такого преспияния они совершили грех, который мог отчуждать их от Христа, и о котором сам Павел выражается так: «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И еще, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». И однако после такого падения он с благорасположением говорит им: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос», показывая этим, что в нас и после крайнего растления может опять изобразиться Христос, потому что Он не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив.
был. Живых помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, ве заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчи и от слови семя тежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешися, оружием и будет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает младесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить и тело всех путей твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, и на сень крилу твоею надеюся, донде же придет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесе и спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынове человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Воздвиг очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Наши же, если на небесе.
По Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии со умилением помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас! Царице моя преблагая, надежда и погреб.